чем может. В смысле, почем? Разлетайка. Не знаю, как это. Так, а сейчас богатые стали? Студенты, да, богатые. Не, ну, конечно, конечно, мы были попроще, это да. Это. Вот, ну да, я, видите, вас даже хвалят. Я вас все время ругаю, а ветеранши вас хвалят. И это действительно круто. Спасибо еще и Владу, который пришел помочь. Спасибо Ане, которая хоть опоздала с пар, но зато полностью здесь отработала. Где-то здесь Женя и... Или нет, они убежали, что ли? А куда они убежали? Женя Тищенко и Паша Белогурский, которые, как бы у них не было команд, но они пробежали первый этап. Спасибо Ярославу, который сегодня отбежал чемпионат России по кроссу. Отбежал или нет? Отбежал. И пришел сюда, и без всяких там каких-то... А завтра ему еще там эстафету бежать по... Да, да, да. Люди мерзнут. Ничего страшного. Марина, на самом деле такие комментарии не надо сейчас делать. Вот. Огромное вам всем спасибо. У нас сегодня нет призов, но я думаю, наши призы 12 мая. Да! Все. Спасибо. Сейчас всех приглашаю, ну, с определенной паузой в Капитолий. Посидим, пообщаемся. И, между прочим, у нас поход на Киржач не откладывается. Все нормально. Вроде погода обещает с завтрашнего дня уже хорошую. Давайте.